чудовищно говорил. Я не выговаривал все. И мне казалось, что это так, но я так говорю, и все, может быть, так говорят. Это в чем-то, может быть, даже индивидуальность такая, шарм такой. Приемная комиссия Астраханского театрального училища вместо шарма увидела совсем другое и сказала все, что думает. Вы мало того, что вы картавите, вы еще шепелявите, у вас слюна капает от волнения, вы краснеете, бледнеете, заикаетесь. Для одного человека чересчур много. Юноше пришлось прикусить язык, а потом и набрать в рот камней. Буквально. Маленькие камушки, которые у тебя создают определенную преграду, язык, и фиксировать его. Через полгода Стеклов перевелся из вольнослушателей в полноправные студенты. А к концу курса так осмелел, что отправился покорять столичный ГИТИС.